уметь выставить границы, уметь обозначить, это и есть своего рода защита. Сказать, что, знаешь, это не мое, я так не могу. Я понимаю, что я не поменяю себя, но я так не могу, я так не буду жить. То есть вы можете в корректной форме доносить, обозначать. И это надо делать всегда с самого начала, но это прежде надо сделать с самим собой в отношении самого себя. Опять-таки, различая, где ваша личность, а где ваша сущность.